Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, продолжаем играть в Strike Force. Ну что, получаем с тобой за шестой день 200 кредитов. Здесь за третий день. Так, победа в войне. Это хорошо, ребята, это радует. Когда побеждаешь, это всегда приятно. На почте просто пролистнем все это. Беспонтовое все. Так, награды 8930, карчик на черную кошку. Окей. Так, ребят, сегодня открою еще одного нового персонажа. Для меня, естественно. Не в игре, а именно для меня. О, крутенько. Нормально. Так, по припасам сейчас быстренько пробежусь. Гляну. Так, сколько у меня? 43 тысячи. Капитан Картел, Гамбит, Леди Смертельный Удар. Я ее, ребят, хочу открыть. Поэтому ее, естественно, покупаю. Ну и тогда, наверное, возьму и Капитан Картер. Не знаю, насколько она хороша. И хороша ли она вообще. Хеллбастера можно еще взять. В принципе. Ага. Ну, ладно, фиг с ним, возьмем. Возьмем, ребят. Так, ну и за беленькие нам надо вот это вот все покупать. Обычно, ребята, я беру то, чего у меня меньше всего. Тут вообще 5 надо прикупить. Здесь тоже прикупить. Вот это возьмем. Наверное, все, да? Содержит оранжевые материалы. Фиолетовые материалы. Ну, то есть это мы с тобой сольем. Я не буду, ребят, сливать. Не хочу. Я приберегу. Мне, по мне так лучше персонажей, ребят, открывать. Чем-то снарягу приобретать. Так, ну что, пойдем посмотрим нового персонажа. Итак, испытание. Подожди, сейчас тоже быстренько, ребят, здесь на автобой сделаем. Все это заберу. Все, что у нас тут поднакопилось. Что-то за облом такой. Что надо? Требуется 5 персонажей типа техно. 5 красной звезды. И чё? У меня только подходит, ребята, 2 персонажа, да? Нужно 5 персонажей. С этим вечно какая-то проблема. С этими звездами, с этими, блин, попытками. Так, в событиях. Союз держав. Требуется 5 детей Асгарда с 3 звездами. Раз, два, три... 5, а у меня только 3. Вот если бы еще Сильвия бы прокачалась бы. Да, не судьба. Грома бы я хотел бы, ребят, конечно, получить. Гром и молния. Так, ладно, давай нового персонажа. Один всего лишь персонажик, ребята. Да, я думаю, вы уже поняли. Это Шан-Чи. Ну, вы поняли, это отсылка на кого. Даже говорить не надо. По его стойке и... можно понять, кто это. На кого, ребята, делается закос. Руки смерти. В общем, все понятно. Ближник у нас. Так, ежедневные задания. Сразу забираем награды. Так, выиграть 2 боя на арене за злодеев. Автопобеда. 3 боя, ребята, ставлю я обычно. И этого более чем достаточно. Так, и за компанию героев. Автопобеда. Ать, не хватает. Это же идет у нас Асгардец, да? Насколько я помню. Так, участвует в 3 миссиях Иза. Ну, обычно тоже, ребят, на автобой ставим. Так, что у нас здесь? Прекрасно. Так, еще забираем. Участвовать в 2-0. Купить припасы. Давай посмотрим, что у нас там, ребят, по припасам.
Берем. Тоже возьмем. Вот это вот обязательно надо. Это вообще, ребята, дефицит у меня. Хм. Это тоже дефицит. Это так себе, но все равно надо прикупить. Укольчики. И пробирочки. Так, здесь еще у нас две сферы. По-моему, пока все. В двух налетах участвовать. В двух налетах сделать вклад. Сделаем вклад. Есть. Технологии Старка. Подожди, а у меня все прокачано, да? Все технологии. Да, ребят, все технологии, нам нужен уровень Альянса 38, но я не знаю. Мне так ощущение, что лидера здесь вообще нету. Куда-то там ушуршал. Просто нету. Он как был у нас этот 38 уровня, фиг знает еще сколько, год назад, так и этот остался. По-моему, нет его. Так, участвовать в двух налетах. Дело в том, что, по-моему, здесь я не смогу их разбомбить. Хотя я могу и ошибиться. Новый противник. Не, лучше с этим. Попробую, конечно, попробую, ребят. Но не факт, что я смогу их одолеть. Есть такая маленькая толика, как говорится, сомнение, что я смогу здесь победить. Пять противников. Ну, давай начнем. Блин, тут очень много провокаторов. Может, с медика начать? Всем понавесил кровотечение, прикинь. Все, медика у них больше нет. Тоже повесим кровотечение. Провокация? Ага. Слабак. Слабо ударил. Ну-ка. Есть. Кроссбонс отдуплился у нас, получается. Так, ну, давай теперь брать на разборку, конечно же, Джак. Джакс, Джака, Джакс, как вот точно-то? Джек Воробей, блин. Джек Воробей. На, на. В ответку, да, прибежал. Эти тут вдвоем раздухарились, я смотрю. Не на шуточку. Так, по-моему, Человек-муравей, тебе пора на покой. А, Люк Кейдж. Все, мы ему, ребята, сбили защиту от смерти. Сразу же. На. Да его добьем. Все, все, ребят, отлично. Отлично. Блин, фиг там. Не дали мне немножечко. Немножечко совсем не дали мне, чтобы допройти. Ладно. Погнали дальше. Ой, ё-моё, я не посмотрел, ребята, этот. Точнее, я не разобрался в составе. Сразу нажал на кнопку в атаку. Вот дурачок. Сейчас за это можем поплатиться. Опять вот эта вот загрузка идет. Ну, сфига ли. Черт, что за команда тут у них. Это же Звездный Лорд, его надо валить. Иначе он заколебает своими бафами. Обалдеть! Офигеть! Все, ребят, у меня медика нету. Блокировка, лечение. Вопрос, а почему он не получает ворот? Ой, ворот. Урон. Потому что на нем было уклонение. Да, сейчас еще и Таноса разворочит мне. А походу все, друзья.
Я говорю, я не посмотрел, ребята, что за команда и... Сам виноват, короче. Тупанул, что я могу сделать? Бедный Дэдпул. Пинаю там, воскрешает свой, опять убивает. Да. Что за команда-то? А самое главное, что сейчас ты уже не посмотришь ни сколько мощей, ни какое соотношение. Ну, с этими можно еще, ребята, сразиться. Мне вот очень раздражают персонажи, которые наваливают тонны дебафа. Там кровотечение, блокировки там всякие, запрет на лечение. Вот просто ёнду меня, вот тут ёнду меня бесит. Сразу же говорю. Оу. С удара вынесли ёнду. Ну, это хорошо, ребят. Так, теперь, по идее, вот этого бы супостата как-то завалить. Палач. Я не знаю, с какого перепуга, ребята, он вдруг стал супер, блин, героем. Палач-то. Обычный чувак, который просто мстил. Каратель его величать. Вот. С какого перепуга он стал, блин, супергероем-то? Мне, например, этого непонятно. Соколиный глаз там еще выпендривается. Так, ну что, кросс-бонсор, по-моему, сейчас, ребята, отдупляется у нас. Да. Так, теперь каратели. Каратель готов. Ну что, соколиный глаз? Глаз на опу натянем тебе сейчас. Все, ворачивается, гаденыш. Ну, ниндзюцу, твоя очередь настала. Вышатали. Ну, здесь, ребята, по мощам, естественно, я посмотрел. По мощам разруливали, поэтому и прошли. Такс. Давай глядим дальше, что у нас там. Капитан Америка и Железный Человек. Такс. 29... Блин, ну и команды. Звездность тут, конечно, зашкаливает, ребят. У них. Давай попробую с этой командой. Не совсем уверен, особенно когда Железный Человек, блин, с Капитаном Америка вместе. Вот эти вот их не отражающий луч, который они могут делать. Синергия вот эта вот идет. Это, конечно, трэш полный. Да еще плюс у него здесь. Так, это что у нас такое? Блокирует следующую атаку. То есть автоматически, ребята, идет у них блокировка. Просто они начинают игру, у них уже блокировка, ребят, стоит. Нормально? Что он там пальцем? Вот, вот этот удар, блин. Офигеть. А это со своим хилом, блин, доколупает. Все, ребят, провокацию взяла, да? Взял провокацию тут. Капитан Америка. Он заблокировал еще удар. Иммунитет. Достигнут предел отрицательных эффектов для этого персонажа. Зашибись. Сфига ли у него достигнут иммунитет? Максимальный предел. Вот, вот, вот это вот, ребята, вот это, конечно, жесть. Лучом, блин, пробило. Воскрешаем Таноса. Фиг идет. Сделал, блин, хлопушку. А толку от нее никакого. Офигеть, там он, конечно, разгулялся, пацан.
Да как, куда ты пры... Я же... Ой. Да ты запарил там защиту от смерти, усиление поставил. Нормально? Опять луч этот. Все, я остался опять без лекаря. У них в команде, ребята, лекаря нету, блин. Ну, нет, вру, есть у них. Есть лекарь. У меня в команде, блин, практически никого не осталось уже. У них у всех стоит защита от смерти. Я их убить, так скажем, сейчас вообще никак не получится. Угу. Минус Танос, минус этот. Вообще никого, практически никого не осталось. Грут тоже имеет защиту от смерти. Еще не забывайте, ребята, что он может рисануться. Ну, вдвоем они, конечно, сейчас ушатают меня. Плюс у них защита от смерти. Вот этот вот удар, вот этот вот просто бесявый, когда он из груди своей вот этот вот луч напоминает мне что-то. У кого такой луч есть? А, вот, у Марвел есть такой. Такой же, наподобие такого же удара мощного. Офигеть, ладно, мы здесь поучаствовали. Что там в магазине у нас? Что там в магазине? Давай посмотрим, сколько нам. 5 осколков дали. Ну, нормально. Нормально. Так, открыть 3. А по припасам давай посмотрим, что вы можете мне дать. Вот. Сколько у нас солнечный огонь? Тут еще вот этот Морбиус. Шан-Чи. Белая тигрица. Вот этого бы мне надо... А, нет, не надо мне его. А кого-то я хотел прокачивать, мне там не хватало. 5 карточек Люк Кейдж. Блин, чуть-чуть не хватает. Это Гидра, Гамора. Мантис. Мантис почти, ребята, имеет фуловку. 200 это, по-моему, максималка, насколько я помню. Женщина Халк. Серебряный самурай. Тоже непонятно. Это Браун, ты что, сын Халка, что ли? Браун. Ну давай, фиг с ним. Возьмем солнечный огонь. Пускай будет. Когда следующий-то? Ё-моё, аж на 25-м ранге. На арене, два боя на арене выиграть. Такс, ну что у нас тут? Как всегда, все, блин, паршиво. Ну, вот этих вот. И везде, везде, ребята, в этих командах стоит, блин, вот этот вот голодранец. Везде, блин. Попробуем. Почему-то мне вот Дэдпул, блин, я не знаю, ребят, ну что-то он меня раздражает. Во-первых, у него нету никаких хороших атак. То, что он воскрешается, ну это, знаешь, такое себе. Он воскрешается с малым количеством ХП и... Не знаю. Ну тут сразу же начинает бафаться. Тут надо уничтожать в первую очередь Кейджа. По большому-то счету. Я смотрю, по здоровью он, конечно, очень крут. Они мне сразу начинают атаковать Минерву. Начинается усиление этот. Нормально, да? Бомбанул. Опять же, заблокировал урон. Я про Кейджа говорю.
почти, почти труп вот этот вот. Какое, какое отражение он мог сделать? Ну-ка, давай нафиг так сделай. Каждый, каждый пришел. Ты гад, а. Ну-ка. Уклонился, уклонист вшивый, а. Этот опять со своей провокацией. Сейчас этот кого-то накумарит, я чувствую. Железный кулак сейчас психанет, как всегда, и... Этот, посмотри на себе, сколько хилов там понавешал. Бум, сейчас Минерву уничтожат, ребята, я остаюсь опять без хила. Я не могу его пробить, этого дебила, блин. Просто не могу пробить. Вот хила я уже лишился. Как его, блин, бомбить? Я черт его знает. Регенерация, в основном 10% максимальной заруны. Так, 3 регенерации, офигеть, блин. То, что я бы... Просто фул хп. Просто, ребята, фул хп сделал. Нормально? Все, дает фул пышку. Собакин хрен, а. У меня нет такой синергии, как у них. Понимаешь? Он опять, он достал. Вот, вот доставучий говнюк, вот этот вот. Фокус не получился. У него еще эта защита смерти. Посмотри, 30 тысяч урона, блин. С какого, блин, перепуга? Защита от смерти, так, усиление защиты. Все, и опять она осталась у меня одна. У него опять фул хп, я не знаю, ребята, это читерство, блин. Как его пробивать, блин? Что за танк такой? Я его, ребята, тоже, он у меня есть, я играл, и... Ничего подобного такого нет у меня. Чтоб вот так вот прям, как бессмертным быть, ё-моё. Его запинывали только шорох, блин. Не, я понимаю, что нужно, ребята, всяких брать. Блокираторов, хилов и тому подобное, но... Невозможно прокачать всех бойцов, ну невозможно, ребята. Это тебе, как сказать, я даже не знаю, как это назвать. Это нужно очень много ресурсов. Очень много ресурсов, чтобы прокачать. И не получится вот так вот все быстро сделать. Начинаешь, блин, то одного, то второго, то третьего, и по итогу нифига у тебя не получается. Так, что она там, золотая сфера доступна, по ходу дела, да? Нет, осколок персонажей. Кто, вот кто это такая? Грустная девочка, блин. Выпала. Откуда она вообще взялась? Девять осколков персонажей. Вот это кто такой? Ника Минору. Откуда взялась она? Таких даже и знать-то не знаю. Ника Минору. Ну и все, ребят, да? Все, вкратце, вот так вот мы сегодня. Награды. Боевой, блин, пропуск. Альянс, так, космическое испытание. Мисс Марвел, жестокий свет. Сидит там, баблгам свой жует. Охламонка, сколько мне на нее осколков надо еще? Еще 35, блин, осколков. Костюмчик такая себе надела, да? Прикольный. Еще с этим Иза тоже проблемы. Огромные, блин, проблемы. Жалко, здесь не показывается синергия. С кем он может синергировать, блин?
Так было бы намного проще ориентироваться. Да, ребят, все, давайте на сегодня будем закругляться. В принципе, серия была для открытия нового персонажа. Мы посмотрели. Вот. Посмотрели. Точнее, не посмотрели, он просто получили. Получили его. Смотреть на него, ребята, на его в данном уровне — это бесполезняк. Я даже не знаю, где его протестировать, если честно. Это бонус, а что за бонус? Бонус какой-то там, видишь, написано бонус. Для открытия нужно сражаться. А, это сложный режим команды героев. Для открытия нужно сражаться. Понятно, что нужно сражаться. Это, судя по всему, ребята, идет намек про компанию. Сложный режим. Ну, по-моему, вот этот вот седьмой, он и есть сложный режим. Наверное, об этом идет намек, да? Посмотри, 50 тысяч мощей. Я не справлюсь. 50 тысяч мощей. Противников, офигеть, сколько, ребят, дури. У меня на моей команде столько мощи не будет. 50, 60, 60, 44, 40, 35. Этих холмонов всех нужно качать. Просто всех нужно прокачивать. Как это сделать эффективно, не знаю, ребята. Лень ползать по интернету, смотреть все это. Я так, потихонечку. Мне, как говорится, эта игра не к спеху. И так, периодически поигрываю. Ну что, друзья, на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.